Недавний концерт 39-летнего Сергея Лазарева в Иркутске завершился грандиозным скандалом. Зрители пожаловались на низкий технический уровень шоу, билеты на которое стоили от 3500 рублей. Сам экс-участник коллектива Smash совершенно не контактировал с залом. По словам присутствующих, на мероприятии, которое, к слову, задержалось на 1,5 часа, было очень скучно. Большинство зрителей покинули выступление, не дожидаясь его окончания. Заявленного шоу с режиссурой не заметили. Странные блоки с режиссурой от Сергея понятны только ему. Самолюбие, ноль контакта с залом, пародия на Мадонну с темой религии, забытая всеми тема «Матрицы». Было очень скучно, хотя заявлялось как режиссерское шоу, режиссуру мы там так и не увидели, посетовала одна из поклонниц. Под конец концерта недавно показавший любимую женщину Лазарев включил стадиону свой клип, еще больше шокировав людей. Пока команда переодевалась и отдыхала, собравшиеся были вынуждены смотреть музыкальное видео, которое доступно в интернете. Зрители посчитали это неуважением. Кстати, последующий концерт в Ангарске был вообще отменен, о чем собравшимся со сцены сообщил в последний момент сам Лазарев. Зрители просто в шоке. Не знаю, ребят, насколько великолепны и по техническим параметрам шоу Лазарева. Вот заигрался, знаете, парень в суперзвезду. Наверное, имеет право, но в сухом остатке – ноль. Ценно уважение зрителя, а не эти видеоэкраны, на которых показывают клипы, рассуждает популярный блогер Антон Суворкин в последнем выпуске своего YouTube-шоу.